Добрый вечер всем зрителям телеканала ПС. В эфире программа «В центре внимания». В студии Елена Гончарова. Я представляю нашего сегодняшнего гостя, директора муниципального предприятия «Водоканал» Рыжкова Сергея Валерьевича. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Сергей Валерьевич, «Водоканал», предприятие «Водоканал» достаточно длительное время находится в тяжелой финансово-экономической ситуации. В чем, на ваш взгляд, главная причина такого положения? Причин на самом деле две. Первая – это экономическая. Наше предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению на всей территории города Архангельска. Мы работаем по тарифам. Тарифы должны покрывать все затраты предприятия. Это и электроэнергия, это капитальные ремонты, это оплата труда работников. К сожалению, политика ценовая такова в последнее время, что агентство по тарифам нам устанавливает тариф такой, который не обеспечивает всех расходов предприятия на производство услуг по водоснабжению и водоотведению. Ну, к примеру, если мы возьмем водоснабжение, на сегодня себестоимость услуги составляет 39 рублей за кубометр питьевой воды. Тариф назначенный 21 рубль 48 копеек. Где взять недостающую сумму? И в такой ситуации мы находимся последние 5 лет. Поэтому предприятие работает себе в убыток, убытки эти накапливаются из года в год, и ситуация, к сожалению, не улучшается в связи с этим. Вторая ситуация финансовая – это потребители наши, не все оплачивают услуги своевременно. Кто-то даже и не оплачивает. Мы вынуждены судиться, доказывать в суде, что нам обязаны оплатить услугу. На сегодня долги дебиторов наших – это более 300 миллионов рублей. Здесь не только население, ну и предприятия, в том числе и предприятия-банкроты. Угу. Сергей Валерьевич, а как вы считаете, что необходимо сделать для привлечения реальных инвестиций в водопроводное канализационное хозяйство Архангельска? Ну, для привлечения инвестиций, в первую очередь, конечно же, инвестору должно быть понятно, каким образом его единомоментный взнос в водопроводно-канализационное хозяйство, то есть эти инвестиции, каким образом будут возмещаться, как они будут возвращаться по годам. И с той тарифной ситуацией, которая на сегодня существует, а оплачивать услуги могут только по тарифам, понятно, что ни один инвестор не сможет прийти, не понимая, каким образом будут возвращаться эти средства. Я думаю, что если бы была более внятная политика в этом отношении, то есть каждый бы инвестор, зная, какую копейку или какие миллионы он вложил, и зная, в какой срок они вернутся, я думаю, что любой был бы рад. Но на сегодня ситуация такова, что последние 3 года идут изучения различных инвесторов, да, нашей ситуации в городе. В том числе берется во внимание физическое состояние сетей, берется во внимание состояние предприятий, которые обслуживают эту систему. И инвесторы, честно говоря, со своими решениями, с предложениями не спешат. Скажите, а какие проблемы в организации водоснабжения и водоотведения, на ваш взгляд, требуют первостепенного решения? Ну, первостепенное – это, конечно же, сокращение потерь. Потерь коммерческих. Мы сегодня должны выявить практически всех потребителей и определить, в каком объеме потребители пользуются нашими услугами. Поэтому это установка приборов учета у всех потребителей, в том числе и общедомовых приборов учета, на всех объектах на территории города Архангельска. Второе – проведение модернизации водопроводных и канализационных сетей. Мы должны провести диспетчеризацию насосных станций по городу. Мы это сделали только в объеме 5 районных станций, но у нас их больше 100. Поэтому все распределение воды в городе мы должны понимать. Оно должно быть диспетчерской службой, мы должны управлять этими потоками. Проблемы, которые включены на сегодня в проект инвестиционной программы нашей, это реконструкция водоочистных сооружений, канализационных очистных сооружений на периферийных отдаленных территориях города. Мы должны, опять же, задуматься о том, каким образом подключать к водоснабжению дома сегодня, которые не снабжены этой услугой, и постепенно уходить от использования водоразборных колонок. И также подумать о подключении домов к централизованной системе канализации. Вот на наш взгляд, в первом приближении, это основные глобальные проблемы, которые предприятие и город должны решать.
Ну, хотелось бы еще затронуть тему утечек. Какие меры принимаются по обнаружению утечек и в целом как решить эту проблему? Значит, ну, основной или одной из основных проблем, и в том числе, которая проявляется и в тарифном регулировании, это большой процент потерь. Стоит отметить, что здесь не только проблемы физические на сетях, то есть это происходящие аварии и утечки, вот, но это и коммерческие потери. Значит, я уже говорил о том, что мы должны выявить всех потребителей. Так вот, эту работу мы ведем сейчас, ее усилили тем, что у нас проводит работу контрольно-аналитическая служба. Значит, мы выявляем и распределение потоков, и эта работа позволяет нам выявлять все-таки, где происходят наибольшие потери или где идет наибольший несанкционированный отпуск воды. Кроме того, мы проводим инспекционные проверки жилого фонда, проверки частных домов и проверки потребителей юридических лиц. Так вот, такая работа по контролю нам позволяет дополнительно давать доход, но если взять по юридическим лицам, это более 10 миллионов рублей в год. По отдельно стоящим жилым домам, это частные жилые дома, от 4 до 4,5 миллионов рублей в год. Казалось бы, это небольшие суммы по сравнению со всем доходом водоканала, но планомерная такая работа, ежегодная, она, конечно же, и снижает потери, и позволяет определиться все-таки со всеми потребителями на территории города. Второе, я уже говорил о том, что мы должны управлять потоками. Вот исходя из работы контрольно-аналитической службы, мы формируем и планы и капитальных ремонтов, это замены сетей, и планы проведения аварийных работ, потому что не всегда аварии проявляются сразу. Те, которые происходят под землей, наши сети заложены водопроводные от 3 до 5 метров глубиной. Поэтому не все аварии выявляются сразу. Контрольно-аналитическая служба помогает нам это сделать. А вот в целом, какие работы были проведены водоканалом для улучшения качества водоснабжения Архангельска и его отдельных районов? Ну, на самом деле мы в последнее время планомерно идем по улучшению и качество услуги самой, то есть это питьевая вода. И второе, своевременность ее предоставления, то есть обеспечение бесперебойности. Мы проводим ее не только в центральных районах города. Вот, касается, ну, для нас город, Архангельск – город без окраин. Поэтому все работы проводятся, и последние работы проводились на острове Бревенник. В порту «Экономия» проведена реконструкция распределительного узла на 26-м лесозаводе, и мы стабилизировали подачу туда воды. Кроме этого, проведена реконструкция районных насосных станций. То есть мы сегодня стабилизировали подачу и Воравина, и Соломбулу, «Экономия» и «Маймакса». Это очень большая и ответственная работа, и она покрывает большую часть города. Мы заменили водопровод в район аэропорта Талаги. На сегодня перерыв водоснабжения, связанных с авариями на водопроводе, это более 4 километров, не возникает. Угу. Такую работу мы проводим постоянно и в соответствии с планами наших капитальных ремонтов, но и учитывая планы все-таки по модернизации сетей. Угу. Если взять улучшение качества питьевой воды, из крупных работ у нас проведена замена системы дезинфекции на центральных очистных сооружениях. До 2011 года питьевая вода обеззараживалась жидким хлором. С 2011 года для обеззараживания мы используем гипохлорид натрия, который получаем от электролиза поваренной соли. Это и безопасный реагент, и с точки зрения экологической, и с точки зрения социальной также. Кроме этого, модернизированы полностью фильтры на поселке 23-го лесозавода. Там на сегодня вода качественно отличается от той, которая была в 2006-2008 годах. Ну и на сегодня завершен проект реконструкции водоочистных сооружений на поселке Сылбет. То есть там тоже планируется увеличение водоснабжения и улучшение качества в связи с заменой оборудования, применением современных методик. Сергей Валерьевич, еще такой вопрос. На сегодняшний день озвучено уже много противоречивой информации о расходовании средств кредита Европейского банка реконструкции и развития. Ну вот как расходовались кредиты?
средства кредита? Ну, этот вопрос могу сказать, что с 2004 года, когда предприятие подписало кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, все работы были под пристальным вниманием не только горожан, но и под пристальным вниманием власти. Поэтому для реализации этого проекта был создан наблюдательный совет администрации Архангельской области, куда вошли представители и депутатского корпуса, вошли представители мэрии, ну, естественно, администрация области возглавляла этот процесс. Кроме этого, все работы, все расходование средств контролировал сам банк. Никаких оплат, связанных с выполнением работ, не запланированных изначально в технико-экономическом обосновании, банком не производилось. Просто банк не принимал к оплате какие-либо документы, которые не касались выполнения работ, прописанных в кредитном соглашении. Поэтому я думаю, что дальнейшая наша работа и дальнейшее прояснение ситуации, я думаю, что поставит все точки над «и». Ну, вот немножко другой вопрос. Да? Как решается судьба очистных сооружений СЦБК? А готов ли предприятие «Водоканал» как-то их эксплуатировать? Ну, о судьбе очистных сооружений могу сказать только одно. Это все-таки компетенция городской власти. Насколько нам известно, сейчас принимается решение о том, чтобы эти очистные сооружения взять в аренду у Слонобайского целлюлозно-бумажного комбината, который отказывается от их обслуживания. Если МОП «Водоканал» будет поручено обслуживать очистные сооружения, мы к этому готовы. Мы присутствовали на всех комиссиях, которые определяли состав имущества, необходимого для обслуживания очистных сооружений. Вот, конечно же, мы планируем обслуживать очистные сооружения тем коллективам, которые сегодня трудятся на этом объекте. Я думаю, что мы с этой задачей успешно справимся. Угу. Вот в мэрии разработана программа комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры. А какое место в ней отводится водопроводно-канализационному хозяйству? Ну, программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города, значит, очень долго разрабатывалась. Подготовка к ней велась там, в 2011 году. В 2012 году мы ее утвердили на заседании городской думы. Значит, фактически, что сказать о роли? Да? Если половина мероприятий, предусмотренных этой программой, касается водопроводно-канализационного хозяйства. Я думаю, что это, наверное, основная роль, потому что это все-таки развитие города, развитие территории для застройки. Ну и, наверное, уже последний вопрос. Да? Тем не менее, предприятие продолжает ежедневную работу по обеспечению функционирования водопроводно-канализационного хозяйства. Вот в чем она заключается. Ну, наше предприятие, несмотря ни на какие трудности, в том числе и финансовые, значит, продолжает оказывать услуги на всей территории. Я уже сказал, по водоснабжению, водоотведению. Мы ежедневно осуществляем обслуживание сооружений, поднимаем, чистим воду, подаем ее в сети, подаем до потребителей, обеспечиваем устранение аварий, прием стоков и подачу их на очистку. То есть мы работаем в том режиме, в ежедневном и круглогодичном, в котором работали всегда. Сергей Валерьевич, я благодарю вас за ваши комментарии. Спасибо. Напомню, у нас в студии был директор муниципального унитарного предприятия города Архангельска «Водоканал» Сергей Валерьевич Рыжков. В студии работала Лена Гончарова. Желаю всем хорошего вечера и до встречи.